Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем перепроходить Neighbors Back From Hell, собственно, ремастер на первую и вторую часть «Когда стать соседа», вышедшие 3 года назад, собственно говоря. И сегодня мы начинаем проходить уровни из Индии, но сначала у нас уровень с кораблем, точно в яблочко, и это первый уровень, на котором появляется мамаша соседа. Есть тут, правда, вот один глюк. А, нет. Все нормально. Когда и на... Ну ладно, короче. Первым же делом, что нам надо сделать, это подушку сразу же положить мы должны. Потому что сосед только один раз за ней сбегает. Поэтому нам надо сразу же провернуть эту пакость здесь. Такой вот немножко недоделанный момент. Так, потом... Давайте сразу посмотрим на это. Поскольку этот уровень не обучающий. Да. Вот такие вот иконки забавные здесь. Анимированные. Короче, с ними есть баг. Иногда иконка мамаши может не появиться. Чтобы она появилась, надо перезапустить уровень. Это, в принципе, прохождению не помешает. Но это реально баг. Не очень приятный. Да, ну и тут приходится... Зато можно... Ой-ой. Зато, если пройти на цыпочках вот так вот, а потом пробежать и разбудить, а потом исчезнуть, она опять заснет. Вот так вот можно пользоваться этой возможностью. Такой вот странный немного фичей. Необычный. Единственное, вот он, правда, так и будет спускаться медленно очень. И я не могу это ускорить сейчас никаким образом. Давайте начнем пакостить. Ленту так вот эту сюда крепим. Только какая-то она, по-моему, немножко другая здесь. Эта лента широковатая. Ну, точнее, как? Какая лента? Резина. Здесь должна быть резинка, а у нас почему-то лента какая-то красная. Ну, скорее всего, это тоже резина, но какая-то она не такая совершенно, не подходит под это. Так, такой вот странный способ ловли рыбы. Ну, используем клей для зубных протезов, да. Вот сюда. А затем прячемся в трубу. Все, пакости все готовы, остается только наблюдать. Спрятана вентиляционная труба. Да, как я уже говорил, с текстом, с переводом, тут явно проблемы. Которые исправлять никто и не собирается, к сожалению. Блин, вот как жаль, что нормальной плавной анимации появления монеточек нету в этой игре. Ой, извините. В отличие от «Когда соседа 2» и консольной версии «Когда соседа». Даже в «Когда стать соседа» на андроиде эта анимация есть, хотя она и без звука, но она там есть. Здесь они даже не плавно появляются. Появился флажок, через который мы можем завершить уровень. Впрочем, мы можем его и завершить, просто нажав эту кнопку. И толку с этого флажка не так много. Ой, так.
Супер хафти какой-то. Супер хафти. Это, блин, за супер хафти, блин, какой-то. Я что-то раньше вообще не обращал внимания, что нарисовано на этой картинке. А тут, оказывается, губы и зубы. Причем зубы красивые, аккуратные. Не то, что у меня, блин. И у Вуди. Ну и у соседа тоже. Аккуратные, нормальные зубы. Не то, что у меня. У меня реально кривые, у меня реально кривоватые зубы, и честно признаюсь, как-то так за зубы к врачу ходили, зубы смотрели, мне предложили купить пластинку для выравнивания зубов. За 3000, блин, потратили, чтобы ее купить. Я ее поносил совсем недолго, потому что, ну, я не мог это носить, это просто невыносимо. Я не могу с ней четко говорить. И когда я с ней пытаюсь говорить, я говорю так, как будто у меня за это рот забитый. Не всегда можно с набитым ртом как будто. Говорю. Когда персонаж не спит, а делает что-то другое, то тут можно и без цыпочек обойтись. А еще я в этот момент еще в школе учился, а у меня в школе там не сладко у меня в школе было с одноклассниками. Изгоем я там, собственно, был, и, собственно, я говорю, не, я такое в школу я точно брать не буду, а то меня там вообще просто замучают. Да не могу. Но я не смог это все-таки долго носить. В итоге думаю, да не лучше... Лучше буду с такими зубами ходить, чем так мучиться длительное время. Потому что, чтобы выровнять зубы, мне так пришлось бы ходить, наверное, не один год. Ну, может, не год, но несколько месяцев. Несколько месяцев я не могу это вынести. Эта пластина жутко неудобная, просто дискомфорт доставляет вечный. А еще краба одного достать надо. Качественную воду сделали. Качественные брызги, точнее, воды. А не саму воду. Сама вода-то... Не сказать, что прям сильно качественные. Я сначала думал ее разбудить, потом... Чтобы она снова заснула, но нет, уже не успел. Надо было чуть раньше это делать. Да, вот эта вот анимация корявая, конечно, была. Мопед это. Просто хотел навести, посмотреть.
Кстати, про мопед вспомнил в школе на уроке истории, как-то рассказывали про какого-то чувака, который вот хотел велосипед, вымаливал там у родителей у всех велосипед, в итоге ему подарили велосипед. Потом через какое-то время говорил, хочу мопед, тоже вымаливал мопед. Ну что в итоге делать, купили, подарили ему мопед. Еще какое-то время проходит, он говорит, хочу мотоцикл. И, мотоцикл ему в этот раз уже дарить не стали, потому что было понятно, что он в следующий раз захочет. Я говорю, а в следующий раз он захочет автомобиль, вертолет или самолет. В принципе, вряд ли бы он, конечно, вертолет или самолет бы потребовал. Автомобиль бы точно потребовал, а вот вертолет, самолет, я не знаю. Ну, в принципе, по такой логике, в принципе, могли бы быть. Судя по такой логике, он мог бы еще также потом начать требовать танк, дирижабль, большой грузовой самолет. Большой круизный корабль и еще много чего. Так, над облаками следующий уровень. И, собственно говоря, Тадж-Махал, который я уже, блин, я тысячи раз говорил, что это никакой не Тадж-Махал, а вообще хрен знает что. Ну какой это нафиг Тадж-Махал? Ну вообще не похож. Тадж-Махала тут только название, и ничего больше. Так, берем мышь. Вот, кстати, Вот это, кстати, непонятно, вот что здесь. Это дорога автомобильная или тут тротуар какой-то будет? Ну, это, скорее всего, тротуар. Тут, скорее всего, люди просто ходят. Потому что, ну, как-то не странное было бы место, если бы тут ездили машины. Кстати, вот я про логику вот только что говорил. Что этот чувак дальше бы требовал, что не требовал. Вспомнил, короче, про... Если вообще все города нашей страны считать, да и не только, в принципе, нашей. У нас сколько обычные пьяные водители вот бывают за рулем ловят. Уже доходило и до пьяных полицейских, до пьяных сотрудников прокуратуры. Ну и в Кирове... В 2019 году дело дошло уже до... Да, ну, видимо, не пробито, но дошло до федерального судьи. И вот, судя по такой логике, дальше могли бы быть пьяный депутат областного законодательного собрания. И пьяный глава администрации города, бухонький губернатор. Все в этом мире, к сожалению, возможно. Я имею в виду, в плохом смысле все возможно. Так. С чего бы начать-то? Наверное, отсюда.
Да, кстати, про губернаторов или кто там еще. Вот всегда были вопросы к вот этому вот МакГиверу, или как там его звали. На китайских уровнях и висел его портрет. Вот он кто? Он какой-то там важный какой-то человек в Китае. Может, президент Китая, или не знаю куда. Ну, в общем, и он удивительно похож на соседа. И вот действительно к этому есть вопрос. У них какая-то родственная связь есть, или это просто... Или это просто похожие люди? Почему его сделали так сильно похожим на соседа? Вот всегда... подождите, это как понимать? Как линия могла быть нарисована через камушек? Вы сами видите вот это своими глазами. Некоторые даже помню, у некоторых даже помню было мнение, что сосед когда-то в прошлом, наверное, был президентом Китая. Но в такое я точно не поверю, не могу я это видеть. Делали практики, пишут. Отпишите туда, если не получили еще задание по практике. Вот надо будет написать. По двум практикам получил, еще по двум нет. Не, ну вот реально, что это за ерунда такая? Как через камень линия может быть нарисована? И вот он все равно на луже стоит, и ничего ему от этого не становится. Как это может быть? Сосед реально бессмертный. У соседа реально какие-то секреты есть. Бессмертие. Большие амбиции. Это, наверное, кстати, единственный уровень из Кайда Соседа 2, которого не было в консольной версии. Да, собственно, вот это вот не исчезло, говно не исчезло. Кстати, вот это вот, единственное, вот это вот с говном, это единственное место, которое в Android-версии, в мобильной версии Neighbors Back From Hell исправили. Короче, самое отвратное, видимо, исправили, остальное все решили оставить. Ты чё, дебил? Ты чё, дебил? Как ты над ребеночком так издеваться можешь, а? Да, здесь в говно еще какой-то зелени добавили. Непонятно зачем. Ну, раз уж мы здесь, давайте, наверное, с говна и начнем. Теперь Сэд всегда будет находиться в обществе мух. Ну, другого выхода у меня не было. Что поделать, придется.
МакГивер, смотри и завидуй. Да, о нем как раз таки пишут здесь. Бензин А95. На наших машинах обычно 92-й. Чаще всего. Ой, блин, что я выбираю-то? Ну да. Бензином и себя самого поджечь можно было бы. Блин, ну почему мини-игра... Блин, пропустил, ну да ладно. Почему мини-игра загораживает то, процесс этот? Ну это реально не прикольно. Бензин уже вот сюда. Кстати, чего вот это вот за хрень тут лежит? Это деталь какая-то или это камень? Если это камень, то оно больше на деталь какую-то похожую выброшенную, чем на камень. Интересные трусы. Такой жар могут выдержать. Да, соседу вообще ничего вообще от этого не стало. Зато сосед узнал, что там внутри, а мы вот не знаем. Да. Не, слушайте, сосед, похоже, наш сосед, похоже, реально изучал секреты бессмертия. Он в этом, похоже, преуспел даже императора Палпатина. Из Звездных войн, также известного как Дарт Сидиус. Он там после событий третьего эпизода изучал секреты бессмертия, чтобы разблокировать способности жить вечно. Собственно, благодаря этому он и появился в девятом эпизоде. Уже из трилогии, которая из-под Диснея выходила. Что у него там были клонированные тела, в которые он переместил свое сознание. Но в итоге... Но, к сожалению, это его не на очень долгое время спасло. В конце девятого эпизода он погиб и уже окончательно. Хотя, не исключено, может он после смерти в девятом эпизоде тоже... Снова переселил свое сознание в другое тело и будет ждать следующего возможности вернуться снова. Но как-никак, эта трилогия, 7, 8, 9 части, она является заключительной. Сага о Скайуокере подошла к концу, так что приятно в это верить. Но не исключено, что он все равно перенес свое сознание в другое тело, там снова где-нибудь уже. Но сосед его, тем не менее, все равно преуспел. Он не просто выживает, он еще и не получает ранений. Вот, кстати... Необычная такая вот деталь. Немного странная, я бы даже сказал. Когда мы у Ольги вот этот лифчик забираем... Он, кстати, порвался тут немного, я смотрю. Вот мы видим, как она пытается рукой там
пощупать. И вот если вот сюда присмотреться, то... Вот сейчас еще раз. То, по-моему, она там в лифчике в своем находится. По-моему, лифчик-то на ней надет. Ну, понятное дело, что как бы используется неизмененная моделька, та же самая, но... Но могли бы вот эти вот щели... Могли бы эти щели как-то закрыть, чтобы это было не видно, непонятно. А то так-то видно, а то так все видно, блин. Сачок я забыл. Нет времени на это смотреть. Я буду доставать вот это дело все пока. Почему мамаша идет, а не бежит? Я забыл еще одного морского ежа взять. Успею ли я сделать эту пакость? В любом случае я потеряю жизнь, но может быть я успею сделать пакость? Я успел, но я потрачу жизнь. Но тем не менее я успел сделать пакость. Так что все нормально. Я не мог на эту пакость посмотреть, потому что камера мне не дала возможности это сделать. Так, теперь по-быстрому делаем вот эти вещи. Мы, кстати, забросили лифчик с арбузом туда. Лифчик с арбузом, они что, были уничтожены оба, что ли? Хочется задаться вопросом, как Ольга в итоге выберется из душа потом. Так, осьминога положил. Так. А что если... А вдруг Ольга знает, что тут везде камеры, которые снимают нашего героя и соседа. И она не выйдет из душа, пока этот эпизод снимают камеры. Кто знает? Так. Вот у нас сколько эпизодов осталось. Соседа за борт. Наверное, знаете что, давайте оставшиеся последние 4 эпизода пройдем уже в следующей серии. А на сегодня закончим. Следующий у нас будет Мексика. Всем спасибо за просмотр. С вас Икос. Подписываться с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримовский канал, на влоговый канал. Вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока.